Алексей, здорово! Прежде чем инструменты твои паковать, надо их на память себе отснять. Вот. Ну и тебе, чтобы ты заранее посмотрел, что к тебе приедет. Начнем сверху, снизу. Сверху. Пусть будет первая фа. Это каждая будет в таком чехле. Вот. Вот такая вот она фа. Желейка. Всех будут отсоединены, вот, ну, я надеюсь, не составит труда их присоединить. Возможно, стыки надо будет со временем потом подмотать нитками или фумлентой. Под колпак лучше вообще не лазить, если все работает. Достраивать лучше всего только аккуратным добавлением и убиранием воска на язычках. Это самый безопасный метод достройки. Да, это была фа. Дальше у нас следует ре. Ну и до. До. Такая вот громадная. Сейчас все продезинфицирую, упакую. Сообщи, конечно, когда получишь инструменты. Ждем от тебя видео, фотографии и прочего. Ну, еще момент, раз уж, коль скоро ты у нас сразу столько инструментов заказал, у нас положен подарочек, вот такая вот кубанская свистулька. Наши свистульки самые громкие в России, проверено. У нее 4 ноты, 2 дырки, 4 ноты, до, ре, ми, фа. Но это могут быть не до, не ре, но строй примерно такой. Все, это тебе подарочек от нас. Сообщи, когда получишь. Всех благ.